Всем привет, Денис говорит. Мы с Денисом пошли прогуляться в наши поля. Ну, микрофон-то у меня. Ну, потому что вчера целый день просидели, пока мы ехали в машине. Практически никуда не выходили. Только из окна, из заляпанного смотрели на виды. Вот, ну, от нас это не зависело. Поэтому сейчас мы идем ногами. И мы сейчас добредем до одного места, очень интересного, которое называется Сен-Жан-де-Рива. Сен-Жан-де-Рива. Денис меня поправляет. Так, кто-то мне тут пишет. Отстаньте, мы гуляем. Смотрите, я буду источники искать. Какие источники? Воды. Палочкой. Ну пошли, а то нам еще длинный путь. Кто-то пошли, кто-то поехал. Так, источник. Денис, давай ты будешь держать руль двумя руками. Видите, вон тоже дом старинный, да? Видите, какая башня? Это раньше вот эти башни были, назывались пижони, то есть голубятни. Так как раньше прямо они как курицы были. Да и сейчас тоже их едят, в принципе, голубей, французы. Я не особо такое буду есть вам. Ну, а у них это деликатес считается, как и лягушки всякие. Денис говорит, это снег. Нет, это не снег, это какой-то цветущий куст. Мне кажется, это вишня. Это цветы вонючки! Да нет, это дикая слива, точно. У меня тоже такая в огороде есть. Ну, красиво как. А пахнет, боже, какой здесь запах. Жалко, что передать не могу вам. Ой, какая красота. Гуляешь, гуляешь, и кажется, что все, что сейчас болтают по интернету, да, везде, что это все какой-то бред и вообще нереальность, потому что реальность, она вот она. Всем привет! Денис, я себя снимаю. Всем привет, такой едет. Это точно будущий блогер будет, запомните. Мы пока гуляем же, понимаете? А кто его знает, что дальше будет? А вдруг потом опять нас всех закроют? Поэтому... Гулять нужно каждый день, по возможности. Что ты хотел сказать-то? Мой канал будет называться Денсо. Слышали? А второй канал Денсо Плей. Его канал будет называться Денсо, а второй канал будет называться Денсо Плей. Ну, это как-то старо, мне кажется, такой уже был. У нас здесь такой чудный поселочек. Мне напоминает... Домой! Этот уже орёт домой. Домой гаджетом скорее. Мне напоминает наш этот дачный поселок, вот здесь, где мы живем. Вот просто, знаете, подмосковный какой-то поселок. Очень напоминает. Вот они, миндали цветут. Миндальные деревья. Красиво как. Смотрите, какое дерево впереди. Это мимоза. Реально мимоза. Нет, это мимоза, Денис. Настоящая. Мы сейчас в ней утонем. Мы сейчас в ней утонем, в мимозе. Нет, не срывай. Смотрите, какая мимоза. Я тащусь вообще. Класс. Не рви, это чужое дерево. Смотрите. Пушочки такие. Пушочки какие. Мимозонка. Давай букетик. Ой, ты моя хорошечка. Мамечки, букетик сорвал. Давай я его выпущу. Нет! Но он улетает уже. Я сразу не пойду. Ехал до нашего дуба, который я обожаю. Я вам уже его показывала. Огромный просто. Вот он, наш дуб, дубок. Красивый, огромный. Обними его. Обнимись с ним. Мы тут любим обниматься. Смотрите, какой огромный просто. Это что? Тебе перепрыгнуть? Да. Ты думаешь? Да. Вот это. Вот эту вот эту металлическую колючую проволочку. Она матовая. А, снизу такая проволочка, да? Да, потрогай. Давай ты потрогаешь, а мы посмотрим. Не хочу я. Короче, Денис уже потрогал электрическую проволоку. Потому что я слышала какой-то вопль. А ты можешь? Да зачем мне это надо? Слабак.
Я слабак, да, я не хочу. Мама, мама, пожалуйста. Ух ты, какая красота. Мама, я сделала это, теперь ты. А я не буду это делать, ты чё? А оно совсем не больно. А я не хочу. Обними деревце-то. Прошу тебя, сделай. Нет. Прошу. Не сделаю. Для меня. Нет уж, нет. А, ты какой, смотрите, какой хороший мальчик. Хочешь, чтобы мама потрогала электричество. И посмотреть, как у мамы дыбом волосы встанут. Да это не электричество. Давай тетенек попросим, чтобы они потрогали. Давай. Ну давай, спроси, что ты. Блин, она больная. Смотрите, там дальше прямо целый лес. Она, блин, больно, у меня рука. Цветущих деревьев. У меня рука, блин, вся болит. Больно, да, тебя стукнуло? Да. А зачем ты полез? Я... Любопытный, да? Любопытство. Ну понятно. Ну теперь знаешь, да? Идем, я просто дуб снимаю. Блин, я боюсь уже. Блин, у меня знаешь, что сейчас было? Чего? У меня как будто в руке просто мясо перетряслось. Мясо перетряслось, говорит, в руке. Нечего трогать чужой забор руками. Разозлился на забор. Все, я шоке. Какое дерево. Вот здесь бы шалаш наверху сделать, да? Прям такое гнездо. Ой, шалаш, представь. Гнездо прям такое сделать. А-а-а. Смотрите, у кого-то цветут прям в линию сады белые. Рука болит. Рука болит? Да. Так сильно стукнуло тебя? Да. Ну, конечно, там для лошадей сделали, наверное, посильнее. Любопытный товарищ. Теперь знает. Может быть, ты теперь станешь гиперумным каким-нибудь. Хотя и так умный, конечно. Настроение хорошее, пахнет цветущей вишней. Или слива, что это? Ну, в общем, цветущим чем-то. А-а-а, прелесть. Лебедек. Да подожди, я сейчас только его чуть-чуть, как он спускается там к озеру. Наш любимый лебедек. Вон, видите? Около лодки, и сейчас он спустится, потому что он нас увидал, опять услышал, наверное. Спускается, и сейчас будет сюда плыть. Но мы уже пойдем, потому что нам хочется дальше идти. А на обратном пути покажем вам еще раз. Чё йоу-то? Ой, конечно. Класс! О, он решил побыстрее прибежать. Моя ты радость. Видели вообще это? Только мы решили уйти, как он заторопился. Гуля, 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 гуля. Ты моя радость, иди скорей. Ой, с какой скоростью прибежал-то. Здороваться, да? Только увидел, что мы уже уходим. Потому что мы обычно останавливаемся. Увидел, что мы уходим, и бегом. Подожди, он, по-моему, сейчас вылазить будет. Он прям близко тут подплыл. А нет, не может подняться. Красотуля! Но он пришел за этим словом, чтобы мы ему сказали красотуля. Красотулечка! Подожди, может, он правда вылезет? Вода поднялась, смотрите как. Кстати, интересно, на нашей речке, на той, поднялась вода или нет? Все, заяц, мы придем чуть позже. Да. Далеко не уходи. 2 часа. Красота. Лепота. А вот здесь, в заборе, смотрите, как русская печка, как будто такие отверстия. Печка, печка. Спрячь меня, съешь моего пирожка. И мы сейчас идем вон туда, куда Денис вниз поехал. Так, надеюсь, он будет там медленно ехать, потому что много гуляющих мы видели. Чтобы он не влепился ни в кого мне. Тут людей можно встретить, худо-бедно. Ну, и то, и вот прям толпами ходят. Совсем чуть-чуть. Сколько мы видели, наверное, человека 4 за всю прогулку. Но, слава богу, никто в масках нам не встретился. С вами ковыляем моими ногами вон туда. Видите, там, где купол? Церквушка. Вот на эту площадь церковную мы идем. На красивую. Я здесь просто балдею вот от этих бамбуков. Посмотрите, какая высота их.
Если бы можно было у меня в саду посадить такие, чтобы они у меня выросли такой высоты прямо по забору. Очень хочу. И вот этот звук бамбуков. А посмотрите, как у людей садик сделан внизу. С такими переходами. Смотрите. Кто-то там гуляет вот так вот около речки. Это целые лабиринты, мне кажется. Как здорово. Ну, с одной стороны, здорово. Я бы так не хотела, конечно, жить на таком склоне. Но тут ручей у них так. Ну, так. Такой бонзай-сад. И вот они, какие бамбуки, смотрите. Жуть. И мы таким образом плавненько пришли в городок. Деревушка, деревушка. Которая называется Сан-Жан-де-Рифа. Или Дерьев, или Дерьев, сейчас посмотрим. Здесь на центральной площади там находится школа, у них детский садик, все там вместе. Денис там какой-то ерундой занимается, бьет зачем-то кулаком по этому, по столбу, на котором плакат. Какой плохой еще? Какой плохой человек? Ты знаешь плохих людей? Который меня... Обижал? Mm-hmm. А где он живет? Покажи это место. Эй! Здесь. Это что было? Ты знаешь, что здесь везде камеры есть? Ты вообще что делаешь-то, дружок? Ну, бывает, да? Иногда. Понятно. Ну, вот здесь. Ты покажи лучше, где мы живем на карте. Примерно. Интересный вопрос. Ну ладно, оставим Дениса думать, пойдем дальше. Ну вот, смотри, где мы живем. А, вот, вот. Вот где-то тут. Нет, мы совсем... Нет, это лавор. А вот мы, вот. Да, мы живем вот тут. Вот где-то. Здесь, вот здесь речка наших соседей. Да. Вот наш дом. Ну что, пошли? Пошли еще раз тут. Нет, ты этого не сделаешь. Ну вообще, бывает у детей вот такие вдруг какие-то дурацкие идеи стукнуть по карте. Смотрите, какой здесь городок. И тут площадь такая. А, вот вижу одного человека в маске там. А здесь, может быть, надо было носить их, я не знаю. Но мы без. Пойдем посмотрим в парке. Как там? Такой небольшой парк около... Ой, здесь даже тубзики есть вон. Около церкви. Смотрите, вот сама церквушка, церковный дворик такой. И здесь в парке такие постриженные деревья. Видите, как их стригут? И потом из них вырастут ветки. И будет все это как зонтики, такие зонтичные деревья. И это, между прочим, деревья, которые, по-моему, клены такие большие. Там внизу плотина. И там речка. Ага. А это та же самая речка-то, Агут, да? Это же та же самая речка. А туда нельзя, ты что? Да, это та речка, но она, по-моему, сейчас, кстати, наполнилась сильно. Да. Дожди же проходили. А, там можно туда пойти пешком. Ну, не отсюда точно. На велик. Мне кажется, не отсюда. И вот, смотрите, вот она, эта церквушка старинная. Ну, как бы сзади ее так. Тоже такая тулузская кладка древнего кирпича. И даже, по-моему, на стеклах там как, какой-то есть, а, как это называется-то, мозаика на стеклах. Ну, не особо видно, конечно. А вот там что? А там туда нельзя ходить, там закрыто. Калиточка такая. А, смотрите. Бамбука вообще куча. Вот как мне нравится, как он, как мне нравится, когда он стучит, так перестукивает, да? Да, я бы хотела бамбук. Да, такой я бы хотела посадить. Вон там вот палка, я хочу ее. Такой вот толстый бамбук я хочу посадить, смотрите. Класс. Но он так посажен, чтобы люди туда не падали пачками, наверное. Ну так, миленькое местечко. Ну не знаю. Как они могут падать? Дети, знаешь, как ты такие любопытные.
любопытные люди, как ты, такие полезут. Кстати, вон сидят же эти юки, да, на улице. Их на улицу высадили. Мне тоже надо мою высадить, что она у меня дома сидит. Мне надо ее в огород высадить, и будет такая большая. Какую? Подожди, я хочу снять там на площади. Пойдемте с вами прогуляемся по маленькой центральной площади. Что здесь? Ну, как всегда, Дева Мария. Или кто это? Нет, это, наверное, не Дева Мария. А, нет, это вот как раз Иисус. И ему памятник. Всем привет! Денис. Вот, смотрите, видите вот этот дом? Вот у него как раз такая кладка. А, как в прошлом видео, как гаякская такая кладка. Вот это вот и есть стиль такой гаякский. Здесь у нас памятник Иисусу. И вот она сама церковь. И наверху колокольня такая. Через 20 минут, в принципе, будут колокола бить, если мы здесь еще будем 20 минут. Красиво, да? Такая прикольная улочка. Пойдем пройдемся, посмотрим. Не рули сильно, а то тут маленький. Денис, осторожно. Вот тут мэрия такая. И такая улочка, стоящая из таких старинных домов. Вот как раз это и есть. Не надо, ты чуть не врезался, с ума сошел. Вот это и есть как раз такая вот, такой стиль. Вот интересно, к какому стилю, к какому году относится такой стиль, вот узнать бы. Стиль строительства. Мне кажется, это прошлый век. Хотя, судя по кирпичу, мне может быть и 15 век. Видите, как раньше строили вот так вот наверху, второй этаж, немножко с навесом с таким. Вот в городе Гаяк вот все дома практически такие. Денис, не разгоняйся, Денис. Смотрите, как красиво, да? Кое-где вот эта кирпичная кладка старинная. Вот этот корень, между прочим, это глицины. И потом будет все здесь цвести, и покрыто все будет глицинами, такими свисающими. И вот смотрите, как сделан второй этаж, такой чуть-чуть выступающий сверху. Вот здесь вот мне нравится улочка. Здесь фасады домов очень красиво сделаны, и все поддерживаются в таком красивом состоянии. А вот вчера мы ехали, там все было бетоном замазано каким-то непонятным. И вся эта красота куда-то скрылась. Ну вот сколько я хожу, да, я во дворе только одну семью видела, больше никого. Либо у всех послеобеденный сон. Смотрите, какой старый вообще, старый старинный дом. Не гоняй так. Этот уже объехал всю улицу. Вокруг. Старинный вообще дом. И вот о чем я говорила. Вот так вот. Более экономный вариант отделки, да? Но ужасно выглядит. Так, сейчас на меня кто-то выехает тут. По-моему. А, вот, смотрите, как. Смотри, это вообще вот это вот старье. Старинное. Это вот вторые этажи. Мам, вот на таких балках. Останься здесь? Нет. Мам, я хочу еще один круг. Нет, ты очень гоняешь. Сейчас кто угодно может из двора выйти. Какая-нибудь бабушка или кто-то. Ты меня слышишь? Да. Не смей. В общем, вот такая у нас прогулочка с вами, друзья. Небольшая. Так, что у нас тут в мэрии написано? А вот герб, кстати, вот этого городка, герб такой. Рива. Ну, где он там? Тут тоже какое-то старинное строительство. Видимо, это было разрушено и потом наверху достроено.
Ну и вот зачем-то покрывается все вот таким бетоном, который тоже открашивается, откалывается и жутко выглядит некрасиво. Вот это вот тоже, например, очень некрасиво выглядит. А мы идем домой. Кстати, это что? А это, между прочим, тоже старинная прачечная. Смотрите. Это тоже старинная прачечная, как мы видели в Сан-Лиоли-Лавор. Так, Денис уже умотал. Такой звук бамбуковый классный. Я пойти по окружной дороге, показать вам там еще, но Денис не захотел, поэтому мы возвращаемся. На склоне. Поднялся на горку на велосипеде. Я не останавливался. Щечки красные. Молодец. Я педалил. И ты с какой горки поднялся? Вот той. Даже низа не видно. Да. И вот видите, тоже относится к этому поселку. Вот такие уже там более там современные. Там не тупик, а там оно идет на площадь. Там не надо опускаться. Да? Вот эта вот дорога. А, мы можем туда идти? Да. В следующий раз пойдем там. Ну, я не уверена, но... Ну, надо посмотреть. Зайчик. Два зайчика. Сейчас как выскочит, как выпрыгнет. И пойдут клочки по закоулочкам. Сзади машина, осторожно. Мы, конечно, вылезли на самое сессе. Держим курс на Дениса. Он меня, конечно, потащил по шоссе, по полям. Караул. Вот, представляете, где мы идем? Смотрите, как красиво посажены туи. О, целая аллея туи. Очень красиво. Вообще. Такой в полях. Ферма такая, дом. Да, Денечка? Красиво? Угу. Денечка скис. Вот болит. Это все мы прошли. Ой, я молчу, что у меня болит. Что только не болит. Денечка выдохся. Устал, да? Может, обратно? Ты способен? Да. Обратно все, вот это сделать. Пошли. Я давай? Давай. Смотрите, поля. Надо вдаль смотреть. Издалека, кстати, я вижу очень красивый дом там. Где? Вот вон там он вдали. Это такой дом. С башнями. Это дом. А что это? Это пижуни. Пижуни? Пошли. Пошли. Осторожно, там машина мчится. Давай здесь переждем это. А вот такие вот сосна у меня бы были, представляете, вдоль забора, но они у меня высохли. Ну, эти туи такие гигантские вообще. Ну, красиво смотрится, как единый забор такой. Выглядят эти сосны, представляете, какие гигантские. Почему они у меня умерли? Так жалко. Денис кричит, почти уже у цели, ага. Еще вот это все нам нужно вот так вот обогнуть, чтобы дойти до нашего дома. Ой-ой, ему-то хорошо на велике. Вас приветствуют работницы полей. Вот мы здесь с Денисом посадили кукурузу. Нет, ну красиво же.
Простор. Костер. Костер, простор, костер. Там вон какая-то группа велосипедистов тоже едет. Там вон еще велосипедисты какие-то едут. Смотрите, какой кустик. О, интересно, что за растение? Я тоже такое хочу.